самого начала привлекает необычность этого здания из гранита, белого мрамора, золотистого алюминия, стекла и монолитного железобетона. Монументально-скульптурная форма Государственного музыкального театра, возведенного в центре Чебоксар, делает его заметным со всех точек города. Над проектом театра работал коллектив сотрудников Московского института гипротеатра. Среди них архитектор Тинета, строитель Ардыбаев. В строительстве этого прекрасного здания, ставшего украшением чувашской столицы, принимали участие специалисты из разных городов страны. Осветительная арматура фойе и зрительного зала выполнена на Ереванском электроламповом заводе. Парадный занавес соткан на чувашской фабрике Бахатере. Мебель в зале на 1000 мест изготовлена в Таллине. Цветное стекло, витражи, детали декора делали мастера из Воронежа, Саратова, Чебоксар. По замыслу градостроителей, музыкальный театр станет своеобразным ядром культурного комплекса. Рядом с ним в парке будут возведены театр юного зрителя, кукольный театр, молодежный комплекс, музей, библиотека, картинная галерея и специальная эстрада для проведения традиционных чувашии певческих праздников.